Что экономическое образование в принципе пригодится при любых жизненных обстоятельствах и при любой профессии будет актуально. Мне очень понравилось, как работал со мной фотограф. Потом я смотрел на фотографии других людей, другие фотографии. И мне хотелось снимать так же круто, как и они, и получать такие же крутые кадры. Есть такая книга замечательная, называется «Кради как художник». Ну и все так делают, наверное. Смотря на другие фотографии великих фотографов, которых очень много на сегодняшний момент, я стараюсь подражать им в какой-то степени, сделать, может быть, так же, что-то похожее, что-то лучше. И в итоге получается. Меня заставил заниматься отец. Я очень упирался, я очень не хотел, я переживал за первую тренировку. Но все-таки пришлось это сделать. Я пришел на первую тренировку, ну и дальше все пошло хорошо. Спорт – это жизнь, это сила. Это уверенность в себе, это часть жизни моей.